Здравствуйте, Георгий. Это видео про ваш КПН с одуванчиком. Я запрограммировал все диафрагмы от 3,5 до 22. И фокусное расстояние 135 мм. В первую очередь я советую вам посмотреть мою видеоинструкцию, как правильно вставлять и вынимать переходничок именно КПН с одуванчиком из камеры и вставлять ее в камеру. И научитесь это делать сначала без прикрепленного КПН объектива, чтобы почувствовать сам одуванчик. Вот, как видите, вот он, ваш одуванчик вместе с КПН и с крышечкой. И обязательно обратите внимание, как устроена контактная группа в вашей камере. Как видите, у меня контактная группа просто запрессована. Справа и слева нет никаких винтов, закрепляющих ее внутри байонета. На некоторых камерах, таких как D90 в основном, и некоторых еще других моделях, контактная группа закреплена с помощью винтов. А винт, который, если смотреть на контактную группу с этого ракурса, находится справа, очень часто ломают первый контакт одуванчика. Если у вас контактная группа закреплена винтами, очень аккуратно вставляете переходник с одуванчиком в камеру. Если чувствуете какое-то препятствие, лучше прекратить вставлять и постараться этот винт закрутить как можно глубже внутрь и обточить острые края головки винта и острые края вот этого порожика, который будет препятствовать установке одуванчика в камеру. Ну, чаще всего таких трудностей не возникает. Затем внимательно посмотрите тут алгоритм работы с одуванчиком на Юпитере 37А и подобных объективах. И я думаю, что у вас не возникнет никаких трудностей. Спасибо за внимание. Сейчас я это все упакую и отправлю вам.